Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать государственную комиссию по реабилитации жертв политических репрессий. Для завершения работы по восстановлению исторической справедливости мною поручено создать государственную комиссию по реабилитации жертв политических репрессий. Бережно храня память о несправедливо осужденных, мы сможем построить светлое будущее, фундаментом которого остается наша независимость. В этот печальный день долг каждого из нас – отдать дань уважения всем, кто безвинно пострадал в одной из самых жестоких трагедий прошлого столетия, сообщил президент. Репрессии в Казахской ССР – обобщенное название преследований по политическим мотивам в Казахской Советской Социалистической Республике, которая включает в себя преследование людей за подозрения в контрреволюционной деятельности, преследование кулаков, лиц, препятствующих национализации имущества, депортации по национальным линиям. С обретением независимости Казахстан на государственном уровне принял меры по увековечиванию памяти жертв этой трагедии. В 1993 году принят закон о реабилитации жертв массовых политических репрессий. В 1997 году указом Н. Назарбаева 31 мая объявлено Днем памяти жертв политических репрессий.